Хоккейный клуб «Кулагер» провел домашнюю встречу с атырауским «Бибарысом». В прошлом сезоне именно этой команде наши хоккеисты уступили в серии плей-офф. Об итогах игры расскажет Айгерим Мукашева. Первый период начался с агрессивных атак обеих команд. Атырауцы неоднократно нападали на ворота петропавловцев, но пробить оборону скакунов не удавалось. Андрей Янков мастерски защищал наши ворота. Безуспешными оказались и атаки «Кулагера». На перерыв команды ушли с сухим счетом. Не порадовал болельщиков и второй период. Счет на табло не менялся, а вот список удаленных обновлялся каждые 5 минут. Подножка, грубая игра, симуляция. Хоккеисты обеих команд поочередно уходили на скамейку штрафников. Не сумев забросить шайбу, они решили доказать преимущество кулаками. Драки были и в первом периоде, и во втором. Но, как известно, очков это не приносит, потому итог 2 20-минуток 0-0. Темп хороший, все. Наши выиграют. Со счетом 1-0. Я думаю, «Кулагер» выиграет. «Кулагер» чемпион, победит сегодня он. Ребята, конечно, молодцы, безусловно. Только вперед, «Кулагер». Ну, может быть, не хватает немного атак, а в целом все здорово. Более зрелищным выдался третий период, а точнее его последняя минута. Многие болельщики были готовы к овертайму, но за 13 секунд до окончания игры наши забросили шайбу. Автор гола – капитан «Кулагера» Ильгиз Нуриев. Оставшиеся секунды ничем не помогли соперникам. Итог игры 1-0 в пользу наших. У нас были тоже проблемы в плане состава. Выезд нам дался тяжело. Приехали с поездки 5 основных игроков травмированных. Это, наверное, еще больше сплотило команду. Мы действительно сегодня сражались. Спасибо болельщикам, что сегодня пришли поддержать. Мы чувствуем каждую игру, нас поддерживаем. И, наверное, в таких ситуациях, когда не хватает состава, это наш 6-й игрок. Сейчас «Кулагер» остается лидером турнирной таблицы. В его активе 22 очка. Айгерим Мукашева, Дильнур Жанов, новости МТРК.